начнем с главного события дня. Несколько минут назад состоялась торжественная церемония открытия международного терминала Уфимского аэропорта. В столицу республики прибыли министр транспорта России, генеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничества, главы делегации государств, членов наблюдателей и партнеров по диалогу ШОС. Сегодняшнее мероприятие предшествует международной конференции по обмену опытом организации транспортного обеспечения, крупнейших спортивных состязаний и совещанию министров транспорта государств-членов ШОС, которые состоятся завтра. В аэропорту сегодня работает наш корреспондент Азат Темирханов. Сейчас он на прямой связи со студией «Вестей». Азат, добрый вечер. Ждем от вас подробностей. Елена, добрый вечер. Как вы уже отметили, в торжественной церемонии открытия международного терминала аэропорта Уфа, которая состоялась буквально несколько минут назад, принял участие министр транспорта Российской Федерации Максим Соколов, глава нашей республики Рустем Хамитов, а также генеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничества Дмитрий Мезенцев. И вот как было отмечено, кроме этого, принимали участие в этой церемонии и главы транспортных ведомств ряда стран ШОС. И как отметил на церемонии открытия глава республики Рустем Хамитов, такого количества представительных гостей из-за рубежа не было, пожалуй, ни на одном открытии объектов транспортной инфраструктуры за последнее время. Предлагаю послушать фрагменты выступления гостей на торжественной церемонии. Этот аэропорт является... входит в десятку крупнейших аэропортов нашей страны, и я уверен, что с новым терминальным комплексом, с новой инфраструктурой, в которую в том числе в серьезные средства бюджета Российской Федерации были вложены и еще будут вложены в ближайшие годы, действительно даст яркий и очень динамичный импульс развитию авиационных перевозок из этого замечательного и гостеприимного региона. Самое главное, что этот терминал уже работает, что уже первые пассажиры буквально 2-3 недели перемещаются по свету через этот прекрасный, замечательный комплекс. И очень хорошо, что мы приняли решение о продолжении модернизации нашего аэропорта и приступаем буквально с этого года к проектированию, а со следующего года к строительству терминала внутренних воздушных линий, который позволит увеличить суммарную пропускную способность нашего аэропорта до примерно 2-2,5 тысяч пассажиров в час. Этого задела хватит лет на, надеюсь, на 10-15, это хорошая перспективная работа. Ну и теперь, что касается непосредственной инфраструктуры обновленного терминала, вы можете видеть его за моей спиной. Это 17 тысяч квадратных метров. Пропускная способность увеличилась в 4 раза до 800 человек в час. Смонтированы новые стойки оформления багажа, что, безусловно, ускоряет весь процесс и станет намного удобнее для пассажиров. Сейчас на табло вы можете видеть, на табло вылета вы можете видеть ближайшие рейсы. Это Хургада, Шарм-эль-Шейх, Ларнака и другие города, одним словом, популярные курорты. Но уже известно, что с увеличением пассажиропотока планируется открытие новых направлений за рубеж, что в первую очередь, конечно же, удобно будет для жителей республики. Кстати говоря, не обошлось и без накладов в ходе реконструкции. Во время технического открытия аэропорта обнаружились неполадки в системе навигации, но недочеты оперативно устранили. И теперь обновленный терминал готов к работе в полном объеме. Ну и я напомню, что главные воздушные ворота республики уже готовы принимать многочисленные делегации из зарубежных стран, стран-участниц саммитов ШОС и БРИКС, которые пройдут в июле. И для этого, специально для этого, в рамках реконструкции была обновлена одна из самых больших в стране взлетно-посадочных полос длиной 4 километра. Вот такие новости, Елена. Спасибо, Азат. Из Уфимского аэропорта на связи со студией «Вестей» был наш корреспондент Азат Темирханов.